что, детки, нагулялись на Финском заливе? Да. Кто-то не доспал. Мы деревенские. И мы в новых валеночках. Тра-та-та, да? Какая хорошая покупка. И у меня есть автовоз. Самое-то главное-то автовоз бабушка купила. А у Вики есть шарик. Не очень равноценно. Только покажи, как шарик. Как шарик надо жать. Вот так вот. Нет, не покажешь. Ладно. Сейчас мы узнаем, что там старшенький сделал с квартирой. Там есть кто-нибудь? Один? А мы сейчас видели, лифт был на нашем этаже. Кто-то сейчас уходил? Ай, мы так хотели его встретить. Ну что, квартира не разнесена? Чудеса. Все не так страшно, как казалось. Ты что, ничего не ел, что ли? Ел кашу и больше ничего? Вы недавно проснулись? В час, в два. А, ну это не недавно. Да, здесь сверху ставятся. Угу. Сейчас разберемся. Она спать хочет. Та-дам! Мечта сбылась. Мечты сбываются. Это какие-то наклейки. Я не поняла, куда их клеить. Ну, не важно. Зацените, кто в этом понимает. Я видел, что... Тут еще положить свои можно. Я видел, что... Что вот это открыть и как-то поставить. Будем разбираться, Даня. Хорошо, ты готов. Да. Страдаешь. Сейчас я тебя раздену. Наконец-то пришел его час. Молодец, хлопаем. Слабенько-то как хлопаем. Дайте мне руку. Да, ты рад? Да. Ну что? О, ура! Вон там Данечка где-то далеко-далеко. Так, мы дома. Спасибо, кто досмотрел до конца этот сумасшедший день, когда я такие дни монтирую. Мне потом самой немножко жутковато.
Так, значит, мы сходили на склад «Маяк», который очень похож на светофор. Подробно я выложу отдельное видео, но оно очень коротенькое. Посмотрите, сбылась моя мечта. Как раз недавно думала, что у меня нету формы, в которой можно и запекать, и ставить на стол. Кажется, она без рисунка, просто белая, но это ничего страшного. Меня рисунок не волнует. Я хотела именно форму, в которой можно быстренько-быстренько накидать что-то, типа помидорку, яйца, там курочку мелко порезанную запихнуть в духовку и посыпать зеленью, и быстро потом достать, поставить на стол. Вот она, хотя небольшая, может вообще две надо взять, хотя... Так, на полусловие меня оборвали. Еще я купила два сотейника, так называемых. Они очень легкие и глубокие. Один для свекрови, другой для меня. Вот, посмотрите подробно сам склад в другом видео, в коротеньком. Самое главное, что у нас появилось мясо. Я хотела ехать в светофор, до него все-таки ехать надо сколько-то. А здесь теперь этот маяк у нас прямо в нашем районе. Специи по 20 рублей там. Вообще все круто. И тарелки, которые меня просили купить, прямо точно такие же, как на складе светофор. Вот этот рисуночек. Они есть и глубокенькие, маленькие, и мелкие. Вот это чудо за 40 рублей. Дети съедают просто на раз. Итак, сейчас я буду садиться монтировать для вас видео. Так, всем привет. Спасибо, кто досмотрел этот сумасшедший день. Мы успели и проснуться на даче, и побывать на одной площадке в Дубках и на Финском заливе, и в ресторане «Бриз», и на футболике, господи боже, и еще и в магазине. Всех люблю, всех целую. Следующее видео выйдет завтра в 6 утра, как обычно. Извините, я уже без макияжа и с кремчиком. Сажусь монтировать. Пока-пока.